Здравствуйте! На телеканале ИТВ программа «Твое здоровье». Тема сегодняшнего выпуска – остеопороз. Эта проблема, некогда считавшаяся только женской, сегодня коснулась и мужчин, и даже детей. Ортопеды досконально изучают недуг, выявляют его причины и усердно работают над профилактикой заболевания. После серьезной темы перейдем к более спокойной и приятной. Поговорим о чаепитии. Узнаем его историю и научимся пить чай с пользой для здоровья. Но в преддверии холодов вспомним об удивительном витамине, который поможет защититься от простуды. Остеопороз – это болезнь суставов и позвоночника. Чаще всего человек узнает о ней, когда с ним что-нибудь вдруг происходит. Например, когда он неудачно упал и сломал ногу, руку или, чего хуже, повредил позвоночник. А если переломы случаются довольно часто у вполне молодых людей, здесь уж, как говорится, и к бабке ходить не нужно. Можно смело определить у пострадавшего остеопороз. Кость не так может воспринимать те физиологические нагрузки и переносить переломы. Как мы сравниваем кость пациентам, что ваша кость напоминает фарфоровую или хрустальную вазу, и поэтому к ней надо бережно относиться. Потому что те нагрузки, те падения, которые могут пройти беспоследственно в 17 лет, к сожалению, у людей с развившимся остеопорозом уже могут заканчиваться даже фатально. На первый взгляд может показаться, что заболевание не такое страшное и грозное, однако врачи думать так не рекомендуют и настоятельно просят обратить внимание на проблему и пройти обследование, чтобы исключить у себя данный недуг. И если раньше это заболевание касалось в большей мере женщин, то сегодня страдают от него и мужчины, и даже дети. Остеопороз мы выявляли у детей и ортопедической патологии, и травматологической патологии. Ортопедическая патология – это выявляли уже, точнее, понятие рахита. Оно достаточно объемное, широкое и разноплановое. Так вот, у даже грудных детей и после года мы проводили денситометрические исследования. Сейчас я покажу, что это такое. И также у грудных детей и детей младшего возраста, не говоря уже о старшем возрасте, были выявлены явления остеопороза. Ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем каждая третья женщина и каждый шестой мужчина в мире будут страдать остеопорозом. Уже сегодня у каждой второй женщины старше 50 лет наблюдается снижение плотности костной ткани. И, к сожалению, большинство представительниц прекрасного пола об этом даже не знают. Лишь некоторые, которые заботятся о здоровье и проходят все необходимые возрастные обследования, могут узнать о наличии недуга и своевременно заняться лечением. Женщины с ранней или искусственной менопаузой, женщины и мужчины, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, и люди, которые постоянно принимают лекарственные препараты, побочным эффектом которых является снижение костной массы, то есть, конечно, это гормоны. То есть этим людям нужно быть особенно осторожными. Вначале, как проявляется остеопороз? Снижение работоспособности, боли могут быть в позвоночнике, особенно между лопатками, когда человек долго находится в вынужденном положении или при длительной ходьбе, боли в трубчатых костях, в мышцах, в суставах, боли летучие, непостоянные, они усиливаются в холодное время года при физических и психоэмоциональных нагрузках. Затем в течение заболевания происходит период обострения ремиссии, заболевание неуклонно прогрессирует, и уже через 2-10 лет формируется стойкий болевой синдром. Остеопороз порой бывает главной причиной тяжелых переломов, вследствие которых человек становится инвалидом, особенно в пожилом возрасте. Кости, пораженные остеопорозом, не выдерживают повседневных нагрузок и с легкостью травмируются. Предотвратить заболевание можно, уверены врачи. Для этого нужно исключить факторы риска. Среди них недостаток половых гормонов в период менопаузы, дефицит кальция в организме, гиподинамия, чрезмерное употребление алкоголя, курение, прием некоторых лекарственных средств, частые падения. Но если болезнь все же настигла вас, необходимо прибегнуть к серьезному лечению. В лечении используется, конечно, медикаментозная терапия, как на снятие болевого синдрома и на увеличение костной массы направлено. Препаратов очень много, все назначается индивидуально после тщательного обследования. Также дополнительным методом лечения хорошим является физиотерапия. Сейчас мы применяем много методов. Например, это озонотерапия, миостимуляция для увеличения мышечной массы, магнитотерапия, современный метод – это лазеротерапия, как сканирующая, так и внутривенная.
И в современной медицине такой разнообразной и развитой есть место методу, который появился еще за 1000 лет до Рождества Христова. Это герудотерапия, тоже очень эффективна в лечении остеопороза. Кроме того, используются бальнеологические методы лечения, различные виды ванн, йодобромные, сульфидные, скипидарные, хлористонатриевые и другие. То есть лечение должно быть индивидуальным, комплексным, никогда нельзя заниматься самолечением, нужно обследоваться. И если человек попадает в группу риска, нужно заранее обращаться к врачу. Кроме этого, специалисты советуют не прописывать себе прием кальция самостоятельно. Таблетки должен назначать только лечащий врач, никакой самодеятельности. Можно ли мне принимать там препараты кальция? Это опять же вопрос. То есть вот раньше как из пушки по воробьям стрелять. То есть да, типа или нет. То есть на основании чего там вот доктора рекомендуют или самолечением молодые мамы принимают препараты кальция. То есть если, предположим, после денситометрического исследования выявлено, что у нее, предположим, нет остеопороза, то зачем ей травиться образно препаратами, если у нее все нормально? Или наоборот, если у нее, естественно, явные проблемы, проблемы остеопороза, к сожалению, бывают у молодых мам, то, естественно, тогда надо, конечно, медикаментозная терапия. Я к чему, что вот этот момент денситометрического исследования и тех же рожениц, достаточно много вопросов, я имею в виду, у молодых мам. Нужно мне принимать препараты, то есть, может быть, через грудное молоко пойдет кальций, там, витамин D к ребенку и так далее. То есть этот вопрос достаточно такой вот еще тоже необходимо решить. Еще очень важный момент. Сегодня остеопороз вылечить берутся не только специалисты в официальных лечебных учреждениях, но и множество шарлатанов, которые порой не имеют даже медицинского образования. Идет съем просто денег, уходит время. Вот дают настойки, когда это лечение остеопороза – это комплексная услуга. Комплексная. Нельзя одним методом или таблетки показаны, там, смотрю, Терафлекс, к примеру, считают, что все, патология, реклама замечательная. И патология ушла. Это длительный процесс, очень длительный. И чтобы к инвалидизации не привести этого пациента, растянуть максимум этот период, как мы говорим, светлый промежуток, для этого нужно большое время. А в группе риска, по-своему, если посмотреть, увидели, статистика невеселая. По большому счету, все мы в этой жизни в группе риска. Вот. И по остеопорозу, когда мы смотрим, эта тема не зря обозначена Всемирной организацией здравоохранения, обратите внимание на эту проблему. Не пускайте на самотек свое здоровье, уделите ему внимание, и оно ответит взаимностью и не подведет в трудную минуту. А сейчас поговорим об ароматном и вкусном чае. Он может быть черным, зеленым и даже белым, листовым и травяным, крепким и не очень. У многих народов чаепитие – это целый культ. И, несомненно, русский человек тоже очень любит выпить чашечку, а то и две свежезаваренного чая. О пользе и вреде этого напитка десятилетиями спорят врачи. И все же те, кто говорит о его плюсах, выигрывают спор. И не случайно. Чай – это очень полезный продукт. В чае содержатся микроэлементы, которые, в общем-то, редко встречаются у нас. Это фтор, это железо, это кальций, и танин и кофеин, которые нас взбадривают. Танин еще обладает антибактериальными свойствами, и поэтому мы очень любим пить чай, потому что, во-первых, чай нас взбадривает, во-вторых, мы получаем микроэлементы, которые продлевают нашу жизнь, способствуют омоложению, укреплению иммунитета. Чаще всего люди пьют черный традиционный чай. Он может быть с различными вкусовыми добавками. Чуть реже, или, как говорится, на любителя, в кружку насыпают зеленый. И, конечно, различия в напитках есть. И колоссальное. Если имеется в виду чай, приготовленный из чайного листа, мы знаем, что черный чай – это ферментированный, а зеленый чай – это не ферментированный. Ну, во-первых, ну это значит, что черный чай, чайный лист, который черный чай нам дает, прошел определенную обработку. Это не значит, что он стал вредным. Ферментация – это сам чай при определенной, как бы сказать, системе прохождения, сушки и так далее. Внутри него содержатся ферменты, которые придают ему определенные свойства. Мы знаем, что черный чай – это, как правило, тонизирующий напиток. Черный чай тонизирует, поэтому нельзя злоупотреблять черным чаем и заваривать его очень крепким и принимать людям, тем, у кого склонность к гипертонии, ускорению сердечного ритма, различные
почечные, сердечно-сосудистые заболевания. Зеленый чай, как правило, способствует, наоборот, снижению артериального давления, поэтому иногда у гипотоников он вызывает чувство слабости. И, кроме того, зеленый чай очень популярен на Востоке и в жарких странах, потому что он способствует снижению температуры тела. В холодное время года зеленый чай пить не рекомендуется, а дайте предпочтение черному. Перед сном тоже нежелательно употреблять бодрящий напиток, после него будет сложно отойти ко сну. Не следует пить чай на голодный желудок, слишком горячий может привести к болям в горле, пищеводе и желудке. Холодный употреблять также не рекомендуется. Не стоит заваривать слишком крепкий чай, повышенное содержание в нем кофеина может стать причиной головных болей. Чай нужно пить свежезаваренный. В черном чае вследствие ферментации появляются определенные красители. И знают, что зубная эмаль при употреблении черного чая несколько желтеет. То есть это надо помнить, ну и просто соблюдать определенную гигиену полости рта. А при употреблении зеленого чая, если его очень много употреблять, то зубная эмаль становится несколько тоньше. Но опять же, это касается именно того традиционного употребления, где чай употребляют часто, много, по несколько раз в день. То есть, если вы хотите, чтобы это было полезно использовать для здоровья, то достаточно, допустим, пить чай дважды в день и по одной, ну, максимум по две чашечки. И это принесет вам пользу, не нанесет вреда. С чаем мы разобрались, а теперь несколько слов о витамине С. Почему речь пойдет именно о нем? Потому что в холодное время года этот витамин наиболее актуален для организма. Витамин С, или как его еще называют, аскорбиновая кислота, впервые был получен в 1923 году из лимонного сока. Спустя 10 лет его синтезировали, и еще через 5 лет в промышленном производстве появилась аскорбиновая кислота. Знания о витамине С очень распространены, и они довольно древние. Дело в том, что это вещество у животных вырабатывается в их собственном организме. А вот, к сожалению, приматы, включая человека, они могут вырабатывать его в собственном организме и поэтому получают извне. Витамин С – это, ну, просто кладезь полезного для организма человека. Во-первых, витамин С способствует укреплению сосудов, сосудистой стеночки. Во-вторых, витамин С – это прекрасный антиоксидант. Это вещество, которое защищает нас от продуктов распада, от агрессивных веществ во внеклеточном пространстве. Если внутри клеточки это витамин Е, жирорастворимый, то внеклеточном пространстве это витамин С. Потом витамин С способствует выработке коллагена, и поэтому витамин С способствует омоложению. Кроме того, витамин С способствует выработке определенных аминокислот, которые у нас входят в состав антител и способствуют укреплению иммунитета. И поэтому все знают, что врачи рекомендуют, когда человек заболевает вирусным заболеванием или есть опасность вирусного заболевания, употреблять витамин С. Витамин С является мощным антиоксидантом, предохраняет организм от бактерий и вирусов, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, укрепляет иммунную систему и даже замедляет процесс старения организма. Например, прием ударной дозы этого витамина способен преодолеть любое простудное заболевание или ускорить заживление ран. Но не забывайте, принимать его тоже необходимо по рекомендации врача. Благо, этот витамин содержится во многих продуктах и напитках. Витамин С содержится, ну, во-первых, во фруктах. Это, ну, всем известные лимоны, но, кроме того, и апельсины. Это и смородина, особенно черная смородина. Это и зелень, наша свежая зелень. Это и яблоки. Особенно много витамина С содержится в шиповнике, который, ну, у нас очень распространено собирать и пить зимой чай из шиповника. Кроме того, в аптеках продается еще и сироп шиповника. Это уже как полулекарственное средство, но его тоже можно употреблять. Кроме того, я бы хотела сказать, что витамин С, он распадается при нагревании и длительном хранении. Поэтому больше всего витамина С содержится именно в свежих фруктах, в свежей зелени. Если мы режем салат, то кусочки нарезаемого должны быть крупные, и салат желательно употреблять свежим. Ну и кроме того, естественно, можно употреблять отвары шиповника, чаи с фруктами, с фруктами и ягодами, которые содержат витамин С, и как можно больше его принимать в пищу.
Что самое интересное, наибольшее количество витамина С содержится вовсе не в лимоне и не в апельсине, как может показаться на первый взгляд, а именно в киви. Один плод зеленого иностранного лакомства содержит суточную дозу аскорбиновой кислоты. Считается, что болезни, стрессы, изменения климатических условий и преклонный возраст увеличивают потребность витамина С. Противопоказаний к его применению в принципе не существует. Доза дневная витамина С – это 50-60 миллиграмм. Конечно, у людей, определенных склонных к аллергии, могут быть аллергия. Если это витамин С, получаемый не в аптечной сети, а из пищи, то, как правило, аллергия не на сам витамин, а на определенные продукты. То есть, например, на апельсины или на какие-то виды ягод, или на, допустим, шиповник, хотя это крайне редко встречается, чаще это бывают цитрусовые, то тогда, конечно, человек, который знает об этой аллергии, может заменить этот продукт другим продуктом. Если это аллергия непосредственно на витамин С, который в аптечной сети продается, то это, поскольку витамины, продаваемые в аптечной сети, являются лекарствами, то их назначение нужно получить у врача и обращаться к аптечным витаминам только после того, как их рекомендует ваш доктор. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Надеемся, информация была полезная для вас, и вы приняли к сведению рекомендации специалистов. Будьте здоровы, мыслите позитивно и надейтесь на лучшее. Одевайтесь по погоде, ведь она сейчас очень коварная. День бывает жарким, а вечер холодным и ветреным. В случае ухудшения самочувствия обращайтесь к врачу. И, конечно, найдите минутку для общения с нами. Напишите, на какую тему вы бы хотели услышать консультацию врачей. Присылайте письма на адрес fusion@rambler.ru. И не забывайте заходить на наш сайт. До новых встреч и всем хорошего настроения!